Светлая седмица. Накал пасхального празднования, ярко ощущавшийся за ночным богослужением, сменяется тихой радостью, умиротворением, благодарностью Богу за Его неисчислимые благодеяния, за то, что Он совершил для нас Своей смертью и воскресением. И весь настрой пасхального торжества мы должны сохранять как можно дольше. Наши пусть даже и скромные духовные свершения, плоды подготовки к пасхальному празднованию мы призваны приумножить. Потому Церковь настойчиво вновь и вновь приглашает нас в Дом Божий в каждый день Светлой Седмицы, чтобы приобщаться пиру веры, чтобы запастись этим чувством на весь грядущий год. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви. В первый день наступившей Светлой Седмицы блаженнейший владыка Ануфрий совершил божественную литургию в Николаевском соборе Святопокровского женского монастыря города Киева. Его блаженству сослужили гости в священном сане и духовенство монастыря. За богослужением молились сестры обители, а также многочисленные прихожане и паломники. Светлая Седмица – это первые 7 дней празднования Святой Пасхи, от, собственно, Пасхи до Фомина Воскресения. На Светлой Седмице отменяется пост в среду и пятницу, не совершаются и земные поклоны. Изменяется и совершение молитвенного правила. Утренние и вечерние молитвы заменяются пением пасхальных часов. Каждый день после литургии совершается праздничный крестный ход. 8 дней празднования Христового Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где, как говорит в книге Откровения апостол Иоанн Богослов, времени уже не будет. Во время божественной литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине. Предстоятель возглавил праздничный крестный ход и окропил верующих святой водой. В завершении богослужения блаженнейший владыка поздравил сестер обители и всех присутствующих с Пасхой. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с светлым праздником преславного воскресения Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Пусть божественной благодатью и мы совершим достойно свое земное крестоношение и сподобимся быть и причастниками той светлой жизни, которую человеку подарил воскресший Господь. Христос воскресе! Христос воскресе!